Всем привет, друзья! С вами Малдер, мы продолжаем играть в Ори. Затупнейшая серия была в прошлый раз. Я не знаю, как я смог сюда вот попасть, честно сказать. Это, наверное, просто везение, удача, но мы все-таки пробрались к Току. Покой хрен не знаю, но выясним обязательно в этой серии. Давайте-ка мы сюда вот наверх пройдем. Что здесь у нас есть, надо глянуть. Во-первых, тут Моки есть. И он ловит рыбу. Не двигайся! Всю рыбу распугаешь. Они те еще проныры. Вот была бы у меня сеть, но моя сеть сломана, а починить нечем. У тебя ведь не найдется ниток? Или даже сети? Нет? Ну ладно. Моки хочет починить сеть. Кстати, тут рыбы нету, между прочим, да? А кто это говорит? Директор стадиона, блин. Так, ладно. Вы посмотрите, мы можем наверх еще выше подняться, но как, каким образом, хрен его знает, опять же. Ладно, у нас там открылся проход внизу. Я думаю, он нам ничего не даст на самом деле, почему-то у меня такое ощущение складывается. Вот, ну-ка поплыли, разведаем обстановку. Вот здесь глубоко, 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 где-то должен быть. Ну как вот мне его разрушить, я не знаю. Я сдох, да, давайте попробуем еще раз. Еще раз. Так, все, я понял, кстати сказать, как нам разрушить проход. Иди сюда. Иди. Блядский рот. Проход понятно сейчас, как разрушить, но вопрос в другом. А как мне сделать так, чтобы еще у нас... точнее, как сделать так, чтобы мы не задыхались? Так, эта хреновина идет. Сюда идет. На-на. А я смогу? Я успею? Я не успею! Там трупик только всплыл. Я надеюсь, оно разрушено уже. И второй раз этого делать не нужно. Куда я поплыл? Кто-нибудь знает? Этого никто не знает. Иди-ка сюда. Блять, смотрите, какая неудача, а. Есть. Быстрее. Слушай, а как тут пройти-то, блядь? Я тут хер пройду. Ну, это можно сделать. Скорее всего, нужно делать все очень-очень быстро. А, погоди, я тут могу ведь, между прочим, подышать воздухом. Хоп. Это нам даст преимущество небольшое. Надо признать. Пару секундочек точно даст. Так. И мы вот сейчас точно успеем. И мы успели. Сука. Вы знаете что? А вот эта штука, наверное, пробьет и вот здесь вот. Хоп. Ее как-то надо... Мне надо как-то закрыть эту... Блин, а как я ее закрою-то? И вообще туда надо проходить-то? Тут есть, кстати, где-то... Проход, что ли? Вот это проход? Так, ну-ка давай-ка, дыши. Есть. Да, это проход. Отлично, еще камень. Горлекова руда. У меня 10 руды уже есть. Там... Там кто-то и ходит. Горлекова руда. Как нам пройти-то туда? Там еще он кусок руды есть. Это картограф. Картежник. Хотел сказать. Это картограф. Нам знаете, что надо? Нам надо, во-первых, сохраниться, сходить. Обязательно. Так, сохранились. Пополнили жизни. Сейчас здесь подышим. Все, погнали. Бегом. Ты, иди сюда.
Пробили. Бегом сюда. Отлично. Вниз обратно. Есть. Хотя нахуя я так сделал? Можно было сюда же выплыть. Здесь воздух-то есть. Что мы нашли? Усовершенствованный импульс. Вы получили новый осколок духов. Используйте его, чтобы импульс наносил урон. Импульс наносил урон? Что, блядь, за импульс? Усовершенствованный импульс. Импульс. Что нам это дает? Усовершенствованный импульс. А у меня есть магнит, клей, стойкость, разряд дуги духов, тройной прыжок, волна духов. А что за импульс-то? Как им пользоваться? Я, честно сказать, не знаю, как им пользоваться. Что это вообще такое? Я попробую использовать старую штуку. Где у нас тут она есть? Волна духов. Волну духов. Так, это мы сделали. Но! Как нам пробить вот эту хренотень? Оно вылетит? Сука, оно же вылетает, ты посмотри-ка. Оно вылетает наружу и ебошит меня. Какая скотина. Так, все, оно поехало. Давай. Сейчас бегом. Надо как-то приклеиться прям. Ну, твою мать, а почему? Давай, нам надо пробить вот эту хрень. В любом случае. И это наверняка можно же сделать. Есть контакт! Отлично, просто охуенно! Где я? Какие-то мостки. Что это такое? Дверь. Крабик. Крабик дерется. Это испытание, что ли, какое-то, или что? Ага. И цветки есть. Цветки это уже хуже. Так, цветки. Заденет? Нет. Погоди, можно наверх, наверное, наверх пройти. Цветочек. Сука, ты не ешь меня. Ты кидайся этой хреновиной своей. Так, давай, цветок. Пробил? Бляха. Это очередной какой-то затуп. А как мне туда-то пройти? Веревка, интересно, погоди-ка. Там какая-то то ли веревка висит, то ли что это такое. А, стоп, здесь, да, типа испытание, я понял. То есть сдохнуть не надо здесь. Просто не сдохнуть. Потому что и дверь закрылась и с другой стороны. Эй, что такое? Ах ты, ёптымать, у меня не то. Вспышка. Во. Эй! Комар, блин, стой ты нахуй. Все, ворота открылись. Ворота открыли. Но я по-прежнему не знаю, как пробить вот ту хреновину. Кстати, тут вот соревнования какие-то есть. Это 100% как-то можно пробивать. Я не знаю как. Сохраняшка есть. Как вот туда нам пройти?
наверх попасть? Четверной прыжок, что ли? Сука. Четверной прыжок, что ли, сделать как-то можно? Непонятно. Воздух есть, подышать. Подышали. Здесь не пройдем, правильно? Правильно. Идем вниз. Ебаный рот. Все понятно теперь. Вот теперь все понятно. Так, давай, иди сюда. Только, пожалуйста, не ебнись, а. Так, есть, есть, есть. Блин, давай, 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 Ори, отлично. Че? Эх ты, я думал, я сдох. Нет. Не сдох. Ага, смотрите, я куда-то все-таки пробираюсь. Медленно, наверное. Мы пробираемся. Что это такое? Вот этот шар, мне непонятен вообще его предназначение. Но подождите. Там же что-то есть еще. Тут же что-то есть. Что-то закрыто здесь. Скрыто от глаз. Скрыто от глаз, да? Оно, интересно, что-то... Хуев там. Так, 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 так. Его задержали. Твою мать, я сдох. А, воздуха не хватило. Да ладно, мы заново, что ли? Все, понял. Вот теперь понял. Ай-яй-яй, там опять проход надо организовывать. Давай, иди сюда. Смотри-ка, я подышал зато. Есть контакт. И здоровье-то есть нормально. Так, тогда делаем вот теперь. Иди сюда. Что? А почему она не работает-то? Ёб твою мать. Сейчас сдохну ведь. Ну не сдох. Не сдох. Картограф здесь. Дядя, подожди, я тут пробью все сразу. Сразу же, чтобы не ебать мозги потом. Люпо! Приветствую. Гляди, сколько тут разных цветов и оттенков. Даже не верится, правда? Открою тебе секрет. Я сюда хожу за чернилами. Из кораллов получается замечательный красный пигмент. Не желаешь приобрести карту окрестных озер? За 250 духовного света. Искр. Благодарю. Естественно, приобретем. Как же без карты-то нам? Ну и что здесь за территория? Ну, ух, нихера себе. Вот эта территория. Надо еще где-то кволка найти. До огонька добраться. Там, о, там наверняка какой-нибудь босяра сидит. Экстра-экстра сложный. Ну ладно. С Люпой мы поговорили. Здесь все сделали. Вопрос, как нам открыть теперь вот эту дверь? А, здесь... Понятно. Понятно. Вот теперь понятно. Что камень-то херанет. Так, есть. Отлично, просто идеально, а? Ну кто еще бы такое мог сделать? Свершить. Эпический проход. Эпичный. Эпический, эпический, какой угодно. Здесь у нас что? Что тут за пучина? Здесь воздух-то есть, а воздух-то и нет. А воздуха-то и нет, как Б. Кстати, здесь секретка вот есть. Это прям 100%. Загадочное семя. Вы нашли новый предмет для задания. От него исходит тусклое свечение. Семя нужно садовнику. Загадочное семя. Ну-ка, погнали. Тут подышать вот нечем. Вот это... Что это? Что это такое было? А, там это крутилка? Ёпты ведь. Я ее не заметил. Загадочное семя взяли. Теперь плывем сюда. Вот тут это сложно будет. Я не знаю, как вот это под водой проплыть. Это нереально просто-напросто. Там, между прочим, есть
Там, между прочим, есть сохраняшка. А нам туда... Ну, мы можем поверху пройти каким-то образом. О! Ты! Ну, здравствуй, дитя! Рад тебя видеть! Я не весть сколько не покидал свою лощину, но благодаря тебе я обрел надежду. Сила леса где-то здесь, но есть еще кое-что, уже знакомый мне смрад. Хрррр, нельзя терять времени, потолкуем, когда отыщем огонек. Ух ты. Тут ты... Уже есть знакомый смрад. Простите, у вас грибы на голове растут. Так, ладно. Куда ты? Вот сюда ты, да? А далее, я не знаю. Но сюда-то мы пройдем. Здесь-то мы... Подожди, а может он там что-нибудь нам прорубил? Цветок есть теперь здесь. А зачем? Покой хер. Да здоровый какой, ты посмотри. Пизданул. Хорош, ты что делаешь-то? Пошел отсюда. Не, я тут ничего им не сделаю. А здесь мне как пройти? Ну, нет, вот это нереально, блин. Вот это нереально. Я здесь никогда ни в жизни не пройду. Вот эти камни гребаные. Там воздуха нету. Они и так-то сложно проходятся. Все вот эти вот камешки, опускающиеся на башку. На земле даже. Не то, что там в воде. В воде-то нельзя пройти. Сука. Ничего себе, как далеко она долетела, вы посмотрите. Я не пройду. Я вот просто говорю, что я не пройду эту хрень. Как здесь можно пройти еще? Есть какой-то второстепенный путь. И он есть. Как мы видим. У меня такое ощущение, что я с задницы начал проходить вот эти все локации. Ладно, там с пауком. Мы прошли ее достаточно, ну не скажу, что уж легко, но прошли. А здесь как пройти? Должно какое-то быть умение еще. Как мне эти камни пройти? Нужно плыть быстрее. Плыть быстрее? Я не знаю как. Здесь повсюду шипы. Для чего нужен вот этот? Вот фонарик меня интересует. Еще плюс ко всему. Здесь просто, чтобы пролезть туда, наверх, что ли? Ну, да. А, ты не хочешь цепляться тогда? Хорошо. Наверх. Наверх я, ну, вот, ну, вот сколько хоть захочу, не попаду. Нет, наверх я не попаду. Надо как-то камни проходить. Ну, каким образом? Каким образом пройти нам эти гребаные камни? Так тайминг вычислить невозможно. Ну, все, я возвращаюсь назад, а он меня давит другой. Мне придется, наверное, бросить эту миссию. Ну, а как? К волку мы нашли. Можно сходить вот к этому чувачку. Слушай, а давай к нему и сходим. Потому что у меня других вариантов нет. Я не пройду эти камни. Вот что угодно я сделаю, я их не пройду. Что угодно буду делать, точнее, я их не пройду. Не в жизни просто.
По крайней мере, не в этой. Может быть, нам Мокки что-то расскажет. Пузырик. Пузырик мы можем, кстати, сдуть. Мы можем сдуть его. И как-то... А что мы ток-то его мы сдуем? И нихера не будет. Давайте сохранимся. Поговорим с током. Может, он что скажет? Рыбалка это такое занятие. Рыбалка и так занятие непростое, а тут еще эти мокки все время занимают лучшие места. Ну а теперь в моем озерце не осталось воды. Не знаешь, кто это постарался? Остался только один колодец, да и в том ни капли воды. Ну и как мне теперь рыбачить? Мокки наверху. Но я не пройду здесь. Так, подожди. Не двигайся. Все... Так, это он нам тут про рыбу втирает. Да-да-да, ниток ему надо. Ниток у меня нету. Ты тут ты, рыбы нету. А, стой, стой, стой. Подожди, а где же нам... А, к Волок-то чуть дальше. Ну, погнали. Сука. Ну вот, ну, сука, ну я чуть-чуть не достал до нее. Ну, прям чуточку. Ну и хер с ней. Краб пошел отсюда. Так, Мокки, Мокки. Вот этому надо Мокки, надо про Волок рассказать. Ну-ка, давай-ка расскажем. Может, что-нибудь он тут нам скажет хорошего? Хорошего. Тропинки у этих озер извилистые, но я знала, что ты найдешь Кволока. Значит, он ушел на запад. Жаль, что я плавать не умею. Если вы с ним еще увидитесь, передай, пожалуйста, вот это. Амулет. Вы нашли новый предмет для задания. Кволок когда-то подарил этот амулет маленькой Мокке, чтобы та стала храбрее. Задание «Мудрость Кволока». Мудрость Кволока. Вот я здесь. Да? Да. И что мы тут видим? Ни хера. Вы знаете, что меня интересует? Меня что-то прям сейчас осенило прям. Прям-прям. А если портануться туда попробовать? Там же телепорт-то указан. Нет, блядь. Не портанемся мы туда. Твою мать. Надо телепорт открыть сначала. Так, птица. Стой, подожди-ка, а если мы вот так вот попробуем? Ммм. Ну, кстати, можно и залезть. Можно и залезть, наверное. Если поебаться минут 30, блядь. Да. Это что такое? Ты мне эти Мокки отдала вам мешочек с травами. Мешочек с травами, да? Куда мы можем, в принципе, пойти? Дайте-ка я посмотрю. Можно пойти попробовать... К медведю.
Слушайте, подождите, или же портануться нам вот сюда вот? Там у нас есть несколько заданий. Которые можно сделать. Здесь-то вот я сейчас пройду, ведь правильно? Угу. А ведь чуть-чуть. А ведь чуть-чуть не долетел. Сука, не цепляется. Ну, кстати, может. А если отсюда прям? Ну, блин, я задеваю ее. Цветок. Цветок вот здесь тоже как бы не зря поставлен. Хотя хрен его знает, зря, не зря. Непонятно. Давайте попробую я еще раз, конечно, пройти через камни, что у меня не получится. Конечно, не получится. И мы где? Нам нужен телепорт. Телепорт там. Однако, вот сейчас игра дает просраться. Немного непонятно, что делать, вот в чем проблема. Как бы движение наше не скорректировано. Если в начале игры все было ясно и понятно, то есть идти туда, сделать то, то сейчас хер разберешь, какое направление выбрать правильно. Ну-ка портанемся, мы знаете куда? Мы сейчас портанемся вот сюда. Во-первых, там несколько заданий у нас есть. Переместиться. Сможем несколько заданий доделать. Может, какие-то приколюхи они нам выдадут. Или еще что-то. У нас семена есть. Можем построить дом для Мокки. Еще что-то сделать. Гром. Ну-ка, давай-ка с тобой сейчас. Здравствуй, дух! Я слышал о твоей подруге. Мне очень жаль. Нынче все идет не так. Надеюсь, она поправится, когда свет вновь станет целым. Мы, горлеки, когда-то укрыли огонек того света на моей родине, что далеко на востоке. Над холмами возвышались шпили наших творений, а потом ветер и песок сравняли все с землей. Если пойдешь туда, береги себя. Тяжелое это место. Стопли летят уже. Дом предков, новый слух. Говорят, у тебя получилось добраться аж до самого рая. Да, колючек там раньше было поменьше, но все-таки светлые озера сумели противостоять упадку. Вот бы там побывать. Но у меня здесь много работы. Покой нам только снится. Только где эти сны? Будь у меня горлеква руда, я бы сделал эти поля пристанищем для всех. Так, погоди, список проектов. Завершен, завершен. 6 руды. А мы их сможем сделать, кстати. Расчистка входа в пещеру. Такое ощущение, что у входа в пещеру вот-вот... Подожди, секунду. Расчистка входа в пещеру. Такое ощущение, что вход в пещеру вот-вот обвалится. Когда мы, горлеки, бежали в шахты, пришлось научиться рыть тоннели. Если добудешь руду, я все починю. И дом. Капитальный ремонт. Вот давайте старые домики сделаем. Отлично, прямо сейчас и начну. О, какие домушки тут мы Мокки сейчас возведем. Домики Мокки как новенькие, и ремонт им еще долго не понадобится. Мы, горлеки, строить умеем. Не хочешь помочь мне с очередным проектом? Да, конечно, хочу. Эх ты, а тут что такое? Крыша над головой. Надо построить еще несколько домиков вон на том большом дереве у костра. Подожди, давай-ка мы тут сначала расчистку входа в пещеру сделаем. Я не знаю, что это, но, возможно, пригодится. Отлично, прямо сейчас и начну. Угу.
А вот это интересно. Теперь-то в пещере безопасно. Во всяком случае, у входа. Внутри надо быть начеку. Нет, не хочу. Рад был повидаться. Сейчас мы сохранимся. Сохранились. Надо дойти до этого самого. До. Блять, ты птица, ты здесь всех преследуешь, что ли, я не пойму. Какой наглый птиц. Эй, а чё мне не хватило сил-то? Ну-ка, с током поговорим. В небе не все меняется, дух. Не нравится мне это. Эх. Ты ведь и есть дух, да? Кто еще вернул бы свет в заросшие недра? Не так уж это и хорошо. Теперь везде бегают крохотные паучата. Пойди попробуй на них не наступить. Так что я теперь внимательно смотрю под ноги. Оно и понятно, если вспомнить их матушку. Дрищешь? Молодец. Погоди-ка, нам надо дойти до садовника. Дойти до Моки. Тут он... Ага, вон он тут рядом. А потом к садовнику. У меня такое ощущение, что я тут могу вниз спрыгнуть. А ведь так и есть. Спокуха. Вот. Гром построил славную хижину. В славной хижине и живется славно. Если двинешься на восток, передай моим родным, что я нашел нам новый дом. Они живут в тихом лесу, в первой хижине у входа. Я заплачу за помощь, а еще тебе понадобится этот ключ. Лес уже не такой тихий, как прежде. Ключ от хижины. Видали? Какой-то ключ. Вся семья в сборе. Ладно, ну-ка здесь что у нас тогда такое появилось? Погоди, что-то здесь должно еще появиться. Не понял. Как нам этот проход расчищать? Какое-то опять же умение копать. Хрен его знает. Ты. Гром принес инструмент и расширил дыру. Оказывается, это вовсе не дыра, а целая пещера. Чтобы туда спуститься, нужен свет. Темнота сделает тебе больно. Как с темнотой сделать мне больно? Че ты гонишь? Ну-ка. Ух. Да ты чё, почему такая херня происходит? Погоди. Подожди, вспышка. О-о-о. Тут и вода есть. Хуя себе. Куда плыть-то? Эй! Блин, энергия-то... Давай, погнали. Я чуть задницей в шипы не воткнулся. Тут что-то есть, по-любому. Что-то хорошее должно же быть. Не просто ж так. Тут такую построили. Пещеру. И правда. Желудь в форме сердечка. Вы нашли новый предмет для задания. Так, робкому Мокки надо подарить этот предмет. А что за робкий Мокки? У меня, между прочим, кончается свет. И это меня печалит. Так как мы в воде. А как обратно-то? О-о-о! Спокойно. У нас есть вот это вот на край. Блять, энергии-то у меня нету. А интересно, я собрал желудь? Судя по всему, нет. А как здесь так сделать так, чтобы тебя не съели вы? Эй, тихо. Не то. Вспышка. Надо прям все делать быстро. Тогда может быть, энергии-то и хватит. Так, тихо, я даже дышать не буду. Все, поехали. Блять. Там была энергия. Это мало того, была энергия. Тут было еще вот эта хреновина.
Я прошел. Тихо, лечиться нам не надо, погоди-ка. Свет выключаем, энергию берем и ставим обратно лук. Прекрасно. Это он, мой желудь. Больше никогда его из рук не выпущу. Опа, большой сосуд с духовным светом. Путь во тьму. Желудь вернули. Ну и все. И все счастливы. Как в доме 2, блядь. Так, где-то еще тут есть задание наше. Это у нас кто? Кто-то. Не понял. Это наверху кто-то там? Ладно, подождите, давайте мы найдем чувачка. А тебе что надо, тоже забыл я. А ты пауков боишься? Я вот ни разу их не видел, но как только увижу, сразу забоюсь. Говорят, пауки заводятся в заросших, водятся в заросших недрах. Их там много. Хорошо, что их оттуда не выпускает каменный хранитель. Каменный хранитель? Каменный хранитель. Сохраняемся, обязательно. А где у нас этот самый? А, садовник-то. Садовник где-то был. Отлично, забрались. Где-то здесь вот был, вроде бы. Я что-то и не помню, где он был. Здесь? Да, где-то здесь он был. Внизу? Нет. Что такое? Бак, смотрите. Или он это самый просто... А, он об камень, что ли, задевает? Да, походу. Так, ладно. Давай-ка мы сейчас вот тут спустимся. Мокки. Иногда я брожу туда-сюда. Как-то раз мне довелось побывать у Светлых озер. Там очень красиво. Их можно увидеть, если залезть на большое колесо за родником. Если забраться на самый верх и оттуда двинуться на запад, вскоре окажешься у Светлых озер. Я только там был, между прочим. Так-то. Я не знаю, как вот к тому Мокки забраться. Кстати сказать. И где у нас этот лесовичок? Эй, почему? Твою мать, они сработают, что ты? Опа, есть. В родниковые поля каждый день приходит все больше... Каждый день приходит все больше Мокки. Поэтому мы просим Грома все здесь как-нибудь облагородить. Мы бы и сами все сделали, но мы слишком маленькие. И вообще, мы лучше поиграем. Блять, лучше они поиграют. Ну, живите-то в говне. Поиграют они лучше. Так, что-то я взял. Мы здесь не были. Самое-то интересное. Мы здесь не были. Это какие-то у них тут... Прям дома-дома. Твою мать! Давай, отлично! Слушайте, тут сколько этих Мокки-то? Еще один он. Стой! Кто идет? Никто не скроется от великого дозорного, то есть от меня. Я стою тут на случай, если появится охотница Крик. Она хочет съесть Мокки. И наш суп из болотных моллюсков. Очень вкусный, кстати. Проходи, дух. Охранник. Погоди, надо вот эту хрень сдуть. Хоп. Отлично. Еще Мокки, да ебить тут. Тут сколько их вообще есть? А, тут целый проход. Повезло тебе, обычно за супом длиннющая очередь. Иногда аж до жилища Грома дотягивается. Но супчик того стоит, он такой горячий и наваристый. Тебя травить меня хотите? Это кто? О! Это пряности? Но откуда они у тебя? Они ведь растут только на скалах, там очень опасно. А собирать их надо при полной луне.
Зато с ними я смогу сварить самый вкусный суп из болотных моллюсков. Пряный суп. Деликатес. Так. Ты мне, я тебе. Только нужен горячий обед. Хорошо. Эй, ёптым, это ничего себе, это варево еще и жгется. Стой, а там какой-то проход есть, что ли? Смотри-ка. Нет? Нет. Ну ладно. Нет, так нет. Мы уже в снега идем, ты посмотри. Блур. Так. Это снег? Это снег. Это кто? Ебать! Ну хорош. Это что такое? Тут как-то надо разморозить это все. На тебе врыло. А! Тут вообще лед везде. Да, ты так можешь сделать. Не культурщина. Я понял, мы туда тоже не пройдем, судя по всему. Надо как-то разморозить озеро. Угу. Пойдем к этому, к садовнику, лесовичку. И наверх как-то можно попасть, смотрите. Блин, нихера себе, долез. Что это такое? Что это за статуя? А у статуи нету. Все, 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 идемте мы к садовнику. Здесь мы не пройдем пока что. Здесь задание набрали опять. Я до выхода, думаю, точно не успею ее пройти. Я вот сейчас думаю. Во, садовник. Тали. Слушай, насчет этой ветки. Унеси ее подальше отсюда. Разве ты не видишь? Это уже не древесина, а камень. Дерево, с которого взяли эту ветку, не исцелить. А еще окаменение заразно. Мне как-то пришлось спалить половину клумбы, чтобы от него избавиться. Унеси ее, пока зараза не перешла на новую жизнь. Это про ветку, он говорит. Там у хранителя садов. Подожди, ты скучаешь по дому? Иногда я просыпаюсь и чувствую, будто и не уходил. Мы жили в славной избушке, на полках, и в ящиках было полно семян для посадки. Когда пришла метель, я попытался унести их все. Надеюсь, ни одно не забыл. Как успехи, дух? Получилось найти семена? Слушай, я что-то нашел, и правильно. Лунная синь. А, завершен. Во, прилипало. Тогда приступим. В детстве я как-то дождался, пока брат уснет, и посыпал ему голову ее стеблями. Я явно их недооценил. Бедная матушка потом несколько часов пыталась все это вытащить. Не хочешь еще немного поогородничать? А у меня нечего огородничать-то. Ничего страшного. Новый слух. А что он сделал, вот интересно знать. Что-то он посыпал. Это что? Что это за хреновина? Ты у нас с Мокки что делаешь? Ну-ка. Здравствуй, здравствуй. Ты должно быть тот самый дух. Приветствую тебя в родниковых полях. Здесь славно. Горлек и Гром строят нам дома. А Верл варит суп из болотных моллюсков. Он пряный и вкусный. А кому суп-то я отдать мне надо? Как песок копать, блядь? Афер. Рад тебя видеть. Хочешь отточить навыки? Я что-то, блядь, не очень хочу, если честно. Ты, по-моему, людей наебываешь больше. Это что у нас? Турель. Пламя.
Я не хочу их оттачивать, честно вам скажу. Шип. Будь начеку, дух. Будь начеку, дух. Тут вода у нас, да? Но здесь мы вроде все обследовали уже, правильно? Нет, неправильно. А вот нет, неправильно. А как туда залезть? А, моки есть. Я его не вижу нихера. Вода чистая, вокруг полно интересных пещер. Я не умею прыгать так же высоко, как ты, но энтузиазма мне не занимать. Любое дело становится приключением, если делать его с энтузиазмом. Да, как мне запрыгнуть туда? Твою мать. Стоять. Нихуя. Да, я его подобрал, отлично. Плывем куда-то. Здесь очень чисто. Чистая вода, все хорошо. Тут что-то есть. А вот как туда попасть, я не знаю. Но как-то можно. Стой, почему ты не цепляешься? Да твою мать. Опа. Отлично. Там еще что-то, что ли, наверху есть? Нет. Цветуёчки пособираем. Вот эту как-то надо расчистить тут всю вот эту хреновину. А, я вот где. А как нам ее убрать-то? Хуй знает. Тоже, наверное, какое-нибудь умение надо. Это что такое? Картограф. Ну, приветствую тебя в моей скромной обители. Слушай, а у тебя... я тебя уже видел. Исследуешь эти края, да? Тут как раз надо бы исследовать одно место, и лучшего духа для этого не найти. Я про тихий лес. Я бы сам пошел, но боюсь, там слишком неподходящая для меня погода. Дождь, пепел, смерть в воздухе и всякое такое. Так что сходи лучше ты, а потом подробно расскажешь. И об опасностях тоже. Если поможешь, продам тебе любую карту с огромной скидкой. Я отмечаю на этих картах свои наблюдения. Хочешь взглянуть? Купить или взглянуть? Что-то как-то разное. Это как-то разные действия. Ого! Отображение ячеек энергии. Отображение ячеек жизни. Отображение осколков. Бля, 4000, прикиньте, стоит. На ваших картах отображение... Давайте купим. Благодарю. А у тебя что тут дома-то есть хоть? Есть что своровать? И где тут что, какие осколки? Да, действительно, смотрите, показаны все осколки. Я не знаю, стоило ли это 4000. Внизу что-то есть. Кладовочка. Опа. Кладовочка. Так, я знал, что мы не уйдем от него с пустыми руками. Все, на выход. Надо бы серию заканчивать. Ладно, мы в следующей серии точно тут все еще исследуем. Это еще не конец. Нам надо еще пару человек найти тут. Не человека, а персонажей. Людей тут нету. Так, с этим мы поговорили. Ага, слушай-ка, он вон мох вырастил. Его ведь не было. Давайте сохранимся и в следующей серии как раз узнаем, куда нас приведет этот мох. С вами был Малдер, всем спасибо за просмотр. До новых встреч, всем пока.